Да. Чё? Мы продолжаем. Хорошо. Я тут решил проанализировать ситуацию. Не в обиду тебе скажу, но вся эта задница случилась только потому, что я присоединился к твоей войне. Нормально. Пара-пара-пам. Вот так вот, делай людям добро. Да нет, не кидай его в воду. Оно бы и так случилось, просто через 20. Нема. Нет, слухай, у кого есть запись, подивись, ну... Все, отпускайте паузу, что там случилось, мне дипломат нужен. Ты сказал, что ты хочешь. А ты перестал снимать? Вперед, ребят, вперед. Я же не обвиняю, просто шутку говорю. Я жду, скорее. Давайте. Отжимаем паузу. Друзья, кому хочется завести котенка, и он живет в городе Киев, то обращайтесь ко мне. Я перенаправлю это все дело к Владу. Потому что я сам держал кота и знаю, когда рождаются котята, то очень хочется, чтобы они быстрее попали в хорошие руки. Они постоянно рождаются. Только они у него плешивые. Все, повстанцы взяли ему мальчишку. Плешивые, облезлые, и я вам советую брать себе домой. Зачем так, а? Ты бездушевная тварюка, ты зрозумел? Да, поддержка. У меня вообще ни разу не было. А типа торговли котятами это благородное занятие. Ты торгуешь самым святым, что может быть на свете. Как тебе не стыдно? Отец, брат, сын, дочь. Ты чего? Это ж котята. Все остальное это мелочь. Понять, когда люди кастрируют своих котов, это бездушно. Да. Не знаю, нормально. Я не кастрил. Нормально. И это было бездушно. Кнут, кнут живодер. Ты лишаешь человека. Я лично курицу. Да, удовольствие, человек. Хочешь ты прикол? Хочешь ты прикол почути? Ну. Тут повстанці мого сусіда переплыли через море на моїх транспортних кораблях. Нет, не на своих транспортах. На моих. Там стрелочка с богими была, и она заполнилась, они сами телепортировались. Да? Да. Я это так новая думаю. Механика. Ну, да. Вот так. Ну, довольно Пакет. Старая уже механика. Я таки уже сижу в шоке, как это они моими трансферными кораблями скористались. Так, если все... Это все заговор, все масоны. Это все из готики. Все. Ой, народ, готики. Вторая скорость это, конечно, испытание. Вторая скорость — это всего лишь вторая скорость. Вторая скорость — это до 1721 года вторая скорость. Всё из готики! Представляете, сколько серий будет? А ведь мы за 30 минут вполне Виктор, могли... Виктор, а пересесть можно? За кого? То есть? За Киллу хочу сесть. За Киллу? Ой, чего ты говорил? За Сунду можно. Потому что я уже не вижу смысла. Это конец. Это ты красавчик. А я это... вот ненавижу людей, которые говорят, не вижу смысла. Не видишь смысла, не играй. Нема, хватит уже ныть, пожалуйста. Ну, мы... Я не ною, я возмущен до глубины души. Нема. У тебя государство живо? Живо. Воюй. Нем. Ты просто посмотри на провинцию. Тут каждая вторая провинция. Подожди. Мивар, мы дадим тебе возможность пересесть за Сунду, когда выплатишь долг. У тебя кончится... Когда у тебя Мивар кончится. Я выплачу, мне 41 только остался. Слухай, то ты возьми займів на 1000. И відійшли мені швидко, поки вони тебе не з'їли. Не получится. Зможе. Если у него отрицательный баланс, то есть за стоимость... процентов, которые он выплачивает по займу. У меня и займы, и это. Займы там немного, а вот остальное. Нет, ребят. Вот даже Ариста не со мной порвала союз. Это уже никуда не годится. Слухай, ну ты красавчик, честно. Дуже добре. Я с тобой больше Влад, не буду. Влад, больше спільного в мене с тобой немає. Все. До побачення. Ну, вот вам... До побачення. Господи. До побачення. До побачення. До побачення. До свидания. Это я видел в киевском магните, там было на дверях написано «До побачення». Пошли отсюда вон. Ой, как это хорошо, ты видел слово «До побачення». А еще я в метро, мне нравилось, как они говорят «Заходьте ли хоть кишвидше». Хотя... Виктор. Будь ласка, заходьте ли хоть кишвидше. Не, ну это, если честно, бесчестно. Брать займы, потом ничего не сделать для того, чтобы их выплатить. Виктор, а знаешь, что... Это они бесчестно сидели, просто... Со слишком добрыми людьми. Просто кто-то... Это что-то. Набери займы, как только можешь, и видишь мы них. Хочешь ну, так? Ну, давай хоть так. Тогда на паузу поставьте, чтобы у него деньги держирались. Да. Сейчас только закончу эту войну. Только... Я хотя бы...
моя. Давай, мне гроши мои хоть. Он сейчас даже займы взять не сможет, потому что реально... Как же я вас ненавижу всех. Отключи, пожалуйста, экран, пожалуйста. Не могу. Килова, цыц. Меня... Сейчас я закончу. Иди играть в КС. Партию превратили в черт знает что. А ты как Скайп. Тупови надо было ставить нормально, а не игра минорами. Скайп, можешь... Причем, Джоун Пур проигрывает войну, он собрался ливать. Нема, просто... Это не Мивар, это... Нехороший человек. Нема, редиска. Нема, я сейчас взорвусь. Тогда ты хотя бы заткнешься. Не заткнусь, я за Килу пересяду. Вообще, Нема, ты просто... Ты за Килу сольешься. За Килу ты не сядешь. Килу занята. За Килу. Он хочет сесть за Килу. Ах, туда не хочет сесть, Нахол. Я хочу съездить к Нутак. Вдруг, ты сам будешь на своем колу сидеть. Тебя вот так потыкают. Она нюгает. Я сейчас, Георгий, с клеточкой обвяжу свой микрофон. Сейчас тебе выйдет. Пан за Георгиевскую ленточку. Православный? А как это пан? Она освещена, между прочим. Ты не можешь сесть за Сунду, потому что ты не можешь сесть за Сунду. Я, кстати, спросил. Почему ты не можешь сесть за Сунду? Потому что этого нет в правилах. Спросил у мамы. Она сказала, что ее специально взрывали. Вообще, Зак, вались в Черкесии. Сейчас я буду взрываться. Так, мы проведем голосование и потом решим этот вопрос. Но сейчас Немо и Лорандикус перестают разговаривать друг с другом, потому что сейчас они ничего не скажут друг другу такого, чтобы привело к взаимному обсуждению вопроса о причине. Потому что я не могу. Нет, не Steam, а Skype. Почему мама вымерли? Я предлагаю Немо спор. Спор? Это как на какого? Алиэкспресс? Так. Сейчас. Сделал... Адвоката наймет. Док, я сейчас не слышу. Я сделал сейв. После партии я тебе его скидываю. И ты не показываешь мастер-класс и спасаешь мою страну. Добре, я згоден. Слухайте, мы... Стоп, я не выхожу. Мы будем еще играть? Да. У меня серия. Причем тут пауза? Подожди. Вообще, почему нет, пауза стоит? Нема, ты слушайте, меня слышал? Что слушайте, со скайпом? Это что со всем? Секунду, друзья. Так, давайте так. В течение этой серии никто никуда не выходит. Я не выхожу, не беспокойся. Продолжаешь, значит, войну. Все. Потом, после этой серии, мы завершим. Проведем вне запись. Хорошо. Можете черный экран? Просто это... Не полная экрана, оконный режим нужен. Виктор, я все слышу. Я просто прошу на следующую серию. О, все. Я еще остаюсь. Витя. Да. Давай мы... Почему игра не прогружается? Будет, потому что не оконный режим. У меня оконный режим. Данила, да не у тебя, ну уж. Виктор. Сань, исключи пока Данилу из скайпа, так как он не участник. Это не знаю. Пока, Данила. Я помолчу. Хорошо, помолчи, не исключай. Что? Вопросы по игре, по партии. Серия через хики заканчивается. Серия закончится через 20 минут. А давайте это будет последний. А можно закончить зараз? Буквально на 10 хвилин, чтобы я зайшел... А можно паузу снять? Еще всяк не может двигать. Нельзя. Можу просто тысячу пустить в яму. Добре. Килва. Зле. Килва, я еще не убегаю. Погоди, я еще тут. Зле. Нема сотрудничал. Не Килва, а Мивар. Делай, что хочешь, но если ты хочешь играть за Сунду, ты... Я минут. Против, чтобы он играл за Сунду. То, что смогу, верну. Ладно, давайте, спускайте паузу. А это обсудим потом. Хорошо, Нема? Не будем сейчас это все делать. Да, и я как сказал, Нема, если такой умник, я тебе сделал сейф. Так, Лорандикус. Я просто говорю, что... Прекращай обсуждение с Немо. Я ввожу мораторий на ваше обсуждение. Все, ну, хватит. Нет, мы мировая коллегия. Вы справитесь, это никогда не закончится. Все, хватит. Я как представитель... Обсуждаем игру. Черкесия, расскажи, что у тебя происходит. Как представитель... Так, все, страна развалилась. Я накладываю на тебя бан, как представитель ООН. Меня? Значит... Черкесия, алло. Алло. Первое. Отжал все армянские провинции обратно, и сейчас Армению аннексирую. Вернул обратно Трапезонд, который отвалился в ходе восстаний, и отжал три кавказские провинции с дагестанской культурой у
по-моему, Газикумуха и Ширвана. Ага. Следующая война будет с Золотой Ордой за несколько провинций. Одну я заберу себе, остальные отдам Москве. Вот. Ну, как-то так. В это время Москва еще хорошенько повоюет с тимуридами и сильных ослабит. Раз, мне тоже на руку. Высказывание. Черкесия говорит Черкесия. Мы с тобой попрощаемся, хорошо? Почему? Почему? Потому что. А чем тебе не нравится религиозная тематика? Я не буду объяснять тебе, чем не нравится, я просто тебе на полном серьезе скажу. Будешь продолжать вот такие высказывания, мы с тобой попрощаемся. Итак, страна развалилась. На престоле сидит претендент. Все плохо. Лучше я расскажу, что у меня происходит. У Виктора деспотия. Я пошел, всем да. Пока. Я могу не приходить. Когда мы играть... Ну, спрашиваю, когда играть будем. Пока. Пока, пока. Я думал, есть еще на Ютубе гуманные люди, кроме меня. А, оказывается, нет. Виктор, смотри. А, я верю в Майя, верно? Короче. Могу говорить так, бонусы своей давай, речи? Давай так, ты можешь говорить как Майя. Но, пожалуйста, вот канал, там есть на Ютубе определенное правило, и я не хочу, чтобы мой канал каким-то боком попал под страйк и так далее. Что за правило? Где просто вот, ну, неадекватный человек высказывает неадекватные вещи. Неадекватный. Одно дело, когда это говорит мусульманин и в подходящей обстановке, другое дело, когда это говоришь ты с издевкой и с явным пренебрежением. Я мусульманин. Это дурень. Это все меняет. Ладно, ничего не меняет, просто я тебе говорю, что давай. Я понял, все. До свидания. Я вообще атеист и... Виктор. Не гори беса. Виктор, ты Индию видишь? А сколько раз ты еще скажешь, что да. Ты атеист? Столько, сколько меня, потребуется. Просто интересно. Я вообще не думаю, что мы играем в Европу Универсалис и обсуждение каких-то иных... Двар маленький, он распался. Ну я же говорю, но мне тут некоторые умные люди говорят, что я трус, ливаю. Собирай заново. Ну ты отдаешь деньги, ливаешь, тебе сказали... Ты развалился, собирай заново. Все понятно. Я просто... В чем проблема? Ну вот и все, что тут бояться, вот именно, да, я за Немо. Господи, я просто объясняю, что это просто трата времени. Вся наша игра это определенная трата времени. Для меня... Игра с кнутом, ты сказал мою фразу. Это должен был я сказать. Нагорские права предъяви. Хорошо, я прощаю на первый раз. Ооо, еще Джон Хард напал, все. Так, и сколько тебе? Сколько тебе? 18. Вот сволочь. Да и не тебе. Так. Мне даже интересно, у него есть деньги? Вся политика игры сводится к одному, у тебя есть деньги. И заем брать не могу. Смысл любой игры сводится к ресурсам. Деньги как главный ресурс жизни? Любой ресурс в игре это важный ресурс буквально жизни. Вон в этой игре очки правителя важный ресурс. Но я бы смог жить без... Сейчас. Очков правителя? Без подумаем, чего я мог бы прожить. Ну, без какао я бы точно... Слушайте, а давайте спробуем третью швидкость, а? Давайте. Какао, они дают тебе ресурс деньги. Нет, вообще без ресурса какао я бы смог прожить. Это торговый товар. Ну, а торговля сводится к деньгам. Нет, я бы смог прожить без какао. Но без денег бы не смог. Ну, здесь что? Ну, вы так чего обсуждаете? Ребят, а... Можно только по одному займу брать или нельзя сразу все взять? Если вам не нравится тем, предлагайте... Ну, нажми паузу и бери займы сколько... Да нет, сколько, нет, сколько нет. Обсуждать нужна... атуизм... Виктор, можно, Виктор, не нужна пауза. Убери паузу. Все нормально. Хорошо. Просто лень щелкать. У меня 167 займов могу взять. Вместо... Ты не сможешь их передать сразу с этими займами. Если у тебя стоимость... Ну, ладно, пусть делает. Я пробую помочь. Расскажи, пожалуйста, расскажи. Вдруг я буду в такой ситуации. Расскажи мне, как всех победить. Ты же объективный чувак. Чувак. Ну что это опять за... Ой, монголы пришли, все. Ну вот, не хочет мне черкес подсказывать. А что ты так поддеваешь? Как всех победить? Да. Берешь Францию, значит. Ну, скажу так. Первое. Надо... Давай. Молодец, только делаю, давай. Делаю, делаю.
То есть не брать провинции, которые, на которые у тебя слушай, нет. Слушай, скидывай мне по максимуму, а я потом тебе перекину их назад. Погоди, погоди. Инвестуй, инвестуй в экономику Килвы. Но кое-что я кину на черный день Сунди. Просто как подарок. Мне кинь, кинь мне, а я потім тобі перекину. Я тебе кину. Кинь брат. Мені те, що ти хочеш кинути Сунді. Він може їх потратити, а я не буду їх тратити. Ой, ёлки-палки. Не важно, кинь мені все, що ти можеш. Влад, я понял, не кричи. Все нормально. А сколько денег стоит перемещение столицы? Ой, точнее, административный тип. 200 очков. Ну, сколько это стоит? Это вообще рационально? Нет. В твоем случае нет. А если, ну, в каких-то случаях нужно переносить столицу? Да, конечно. Да, если ты хочешь кому-то решить. Ну, ты там долго еще? Да погодь ты. Жаба, убери паузу. Не треба прибирати паузу. Да хватит. Зак, напомни мне, пожалуйста, как перенести столицу? Значит, смотри. Первое. Берешь и переносишь. Переносишь столицу. Значит, у тебя, если ты имеешь его на другой континент... Скидываешь Роши? Влад, хватит, я тебе... Дайте отвечу человеку! Не Зак говорит, я говорю, я делаю заем, погоди. Сейчас у меня уже... Зак, говори, пожалуйста, игнорируй этих двух. Я не буду говорить, когда говорит кто-то другой. Выбачь, вот. Зак, выбачаюсь перед тобой. Тихо, ничего давайте страшного. Скажем Заку, все. Зак, говори. Смотри, первое. Раздаешь все провинции, которые у тебя на континенте, кому-нибудь другому. И потом, когда у тебя остается на этом континенте последняя провинция, ты переносишь столицу на другой континент, в ту провинцию, которая тебе очень нравится. Но есть такой вариант. Ты мог бы создать, например, какого-то вассала, ему отдать свои провинции и перенестись на другой континент. Потом, со временем, ты этого вассала смог бы поглотить обратно и вернуть свои земли, ну, на место. Ну, но у тебя такого варианта нет. Мир или война должна быть в этот момент? Конечно, мир. Потому что у меня война, у меня сейчас почти всю Шотландию захватили, а я тем временем уже убежал в Новый Свет. И куда ты убежал? Да, уже есть. К нему она уже прибегает. Полностью готова? Она 24%. Колонист 24%. Там не пишет 24, это процент шанса, чтобы колонист призвал... Да. Ну, она уже есть, в желтом написано Шотландия. Но она еще не образовалась как провинция. Ну, желто да. Написано. Она провинция... только как колония. Она просто колония. Ты не можешь колонии переносить столицу. Только если она уже как город, ты можешь там дома... Ну, скоро она станет. Ну, Хилва там разобралась? Нет. Сейчас закончим. Спасибо. Я вот пришел в такую местность, что хрен мне эта манга достанет. Сейчас. Ошибаешься. Они упорные. Так. Она везде достанет. Ну, там свой рейс. Скажи, пожалуйста, Шотландия, а какое отношение к тебе у Португалии, Кастилии? Сейчас скажу. Отношение Португалии. Тихо. Минус 149. Кастилия. Минус 64. Только они тебя найдут, они, особенно если найдут твою одну колонию... Анти, отпускай. Через месяц перекину. Сейчас не могу. Так у тебя же потом деньги все сожрутся из-за минуса. Да, конечно, меня не найдут. Если я упер туда, Витя, куда ты у меня минус. У меня минус. Что? Что? Мой правитель 656 опять умер? Витя. Да нет! Я могу культурно заменять матные слова, но оскорблять ими людей только культурным образом. Если ты это высокоинтеллектуально сделаешь. Совокупление считается высокоинтеллектуальным словом. Да. Отлично. Он умер, да блин, у меня сейчас реально слезы на глазах. Я сейчас Сашко превращаюсь в того, который... Сейчас я покажу вам кровь и голые сиськи. Я понимаю тебя, Духнич. Он умер, но почему? Он даже кода не поправил. Сейчас, Влад, погоди, сейчас я скину. Вообще меня нужно в психушку забирать. Пока. Так. Я нездоровый. Эти игры выводят меня. Так, ребят, вы все свидетели. Килде было выплачено 1100 золотых. Было выплачено. Все.
А только я требую. Я вымогаю. Мивар, Мивар, значит, Черкесия, ну, точнее, Зак оказался неправ. То есть это можно сделать. Могу. Я вымогаю компенсацию. Хорошо. За збиток. Ну, мені дійсно... Все. Почему? Мені повстанці зробили великий збиток. Почему на тот світ уходять лучші? Ваш, ну, чесно, без ніяких націнок, просто реально дуже великий збиток мені нанесла твоя війна. Я понимаю. Я до речі, я вже бачу, де кого бачу. Батарічі, от Нема, который говорив, що я не здержу своє слово, я слово здержав. Давай більше скидок. Я вообще ничего не говорил. Знаете, насчет говорил. Ваших слов. Знаете, говорил. Я другие слова говорил. Я не знаю, что как это комментировать вообще. У меня никогда такого не бывало. Ну, радуйся. Это все умирали? Это партия. Так, у меня вообще династия никогда не прерывалась за все 4 партии. Послушай, по ходу дела за твой сюжет. Нет, я не перезагружался практически. Невозможно пройдет. Практически? Фактически, да. Я старался отыграть прям как получится. Или ты все-таки перезагружался разок? Ну, разок-другой перезагружался. Двоечку! Так, а вот теперь я уже оплачивать никому не могу. Я ничего. Не знаю. Благо регенского нет. Знаете, как происходит наследование в моем государстве? Приходит хороший властелин, короче, хороший правитель к власти. Он умирает, и его заменяет новый аристократ. Аристократ снова умирает, и его заменяет новый аристократ. Ура! Килла, Саня. Килла, ты можешь мне объявить войну? Да. Что, да, что, Зак? Боже. Объяви. Зак, что? А, походу, дело за тебя взялся Джордж Мартин. А, ну, скорее всего, он пришел и написал ночью сюжет этой игры. Вот честно, я не понимаю. Правитель, 6 увер, да как так-то? Я вот честно не понимаю. Карлос Кортес. Что? Кортес там пришел. У него хоть страна целая, а у меня развалилась. Что случилось, Майя? Кортес пришел, Кастильский. О боже. Карают тебе? Килва, объявляй войну. Пока Кортес. Не карают, но карается, да. А там написано, он будет кортесить. Так, Карлос Кортес. Оу. Ну, пока что он как исследователь на одном корабле. Ну, скоро он придет. 1000 наймет и пипец. Вторую скорость можно? Он же с 1000 завоевал Ацтекскую империю. Слухай, блин, а ты не мог раньше этого бразу кинуть? Я -2 стабильности вытратил на тему. Извини, сейчас я выплачу за это. Я буду писать. Но эти деньги для Сунды, если мне их дадут. Су-су-су. Если мне точно их дадут. А почему антибендер воюет с Миваром? Это договор у нас. А, окей. Это подкупная война. Да. Я просто не хочу платить деньги Тимуридам. Килла, можешь мне денег дать? Ты кто? Я ж с тобой союз заключил. А, Швеция? Не так, Швеция. Шветландия. Я Шотландия пришел. А вы прикол в том, что у меня не відображається, что у меня с тобой союз. Подожди. А ты подавись внимательно у союза. Варандикус. А, да, є. Ну, провинция... я тебе не бачу. Я тебе нічого не можу скинути. Тихо, я не слышу вас, Майя. Что ты говоришь? На провинциях, которые Килла осаждает, делай вылазки, и тогда, если вылазка будет неудачная, то провинция отойдет к Килле. Так быстрее. Сколько тебе скинути? Провинцию, правда. Максимально. Стики ты сможешь максимально. Ого-го, в тебе влаживать гроши, все такі великі, я не зможу. Я уже убежал. Подожди, я убежал в новый світ. Можно? Там я сейчас буду колонизировать. Килла, только учти. Далее Килла, мне богаче земли, поэтому это я потом поверну. Килла, только учти, эти деньги для суда. Дай мне совет от южноамериканского друга. Тихо, не перебивайте друг друга. Если еще такая ситуация раз повторится, я попрошу Саню вырубить вас всех в скайпе. И пока мы с вами не разберемся, кто-то говорит, все остальные молчат. Кто-то хочет сказать что-то важное, говорит, нажмите паузу. Все нервные. Не будьте... Спасибо большое, спасибо. Килла, дай мне 400. Ай, Кнут, как же ты задрал? Слушайте, тихо. Можно я зараз дебаты из Шотландии? Яка твоя ситуация зараз? Ситуация такая. У меня зараз усім в мире. Я на Шотландии в мире з усім. Я заснував одну колонію в новому світі, там, де зараз хороші місця, куди ніхто не ломанеться з континенту, в тому числі Англії. Я там далі буду ставити колонії і не воювати, і буду
развиваться на золото, на деньги. Я... И поверну тебе. Против тем более коалиции подпугали полмира. Посмотрите на его коалиции в начале. Я убежал туда, где из всех стран есть только Немо. От колонизаторов не убежишь. Слухай, якщо Немо тобі допоможе, я тобі дам Немо. Что? Ты ему допоможешь? Нет. Думаю, Гладя, слухай, дивись. Коли в тебе буде вже не колонія, а провінція, коли ти вже туди перенесеш все, і все буде нормально, тоді звертайся, я тобі скину. Добре, я запам'ятаю. Ти перша людина, хто мені дасть гроші. Я всім гроші даю. Тільки ти будь впевнений, що якщо ти їх не повернеш, я з тебе їх виб'ю. А тепер можна мені слово? Да. Вот, Килва, тебе нужно именно так подходить к этой политике. Виктор, а ты сказал минут назад, что те, кто будет друг друга перебивать, флудить беспрерывно, ты попросишь меня их заглушить. Но только что я тоже перебил человеков. Сам себя заглушу. Как я могу себя заглушить? Харакири сделай. Что это было? Это пулемет Кнут? Я просто у меня захлебнулся. Чем? Слюной? Пулемет Кнут. Слюной захлебнулся, да? Окей. Можно я к Кнуту обращение? Двоечку. Спасибо. Блин, кажется, Кнут никогда не умрет. Кнут. Когда-нибудь да умрет. Привет. Дэма, а ты не хочешь там помочь сделать доброе дело для всей планеты? Какое? Убить Кнута. А у Кнута какие технологии? У меня? Я сейчас скажу, у меня технологии 9, 8, 9. Я сейчас подумаю. У меня сейчас будет 11 военный. Теперь я восстал Тимур. Если ты быстро возьмешь 14 административный, я буду этому очень рад. Витя, меня перебивает. Да, я возьму. Знаете что? Кнут сказал 9, 8, 9, но у меня уже есть 4, 4, 5. Да ты в шопе мира сидишь. Всё, теперь я... Я Кнута очень меня... прошу брать 14-е административное. У меня, возьму, кстати, 2-3-3. Хорошо, я возьму, я уже тебя сижу. Я скоро к Лавренчу поеду. Тут что-то, кстати, норвежцы колонец перестали. Вивар выплатил все гроши, и он может спокойно пересадать. Кстати, Кнут, если ты потеряешь свои основные материковые, точнее, островные провинции в Шотландии, у тебя сильно доход упадет. Так что постарайся их удерживать. Тихо, Иван, отсюда никого-то не слышу. Я вообще не понимаю, как вы так разговариваете, перебивая друг друга. На первом фоне говорит Немо, и вы успеваете переговариваться на втором фоне между собой. Вообще, это что-то сверхъестественное. Я тоже не понимаю. Да, на самом деле, друзья, это уникальная ситуация. И наши друзья показывают просто верх выдержки в том, как они умеют друг друга перебивать. Ну, это их культура, и, в принципе, вы можете эту культуру оценить в комментариях, уровень этой культуры, и высказаться, что вы об этом думаете. С 50-й не был, я думаю. Влад, что ты нам говорил? Двоечку. Мне так и не дали сделать обращение. Я зараз в шоке. У меня... Дохід від провінції 55. Так, давайте сделаем так. Сейчас мы поговорим, а потом будем играть. Давайте, так. Выскажитесь, кто хочет. Давайте, перший я. Хочу, чтобы я шла спокойно. Первым скажет пусть Кілва. Кілва, говори. Понятно. Після вдалої, на мою думку, допомоги Мівару, він все рівно просрав свою війну. Але дякую, я не просрал, я ее выиграл. Первым высказывается Килова. Пельку закрей свою, зрозумів? Стилька. Я тебе долг вернул, нахал. Я же розповідаю. Пап, ребят, тебе дали слово, а вы начинаете спорить. Молчи. Слухайте, у нас дуже добра компанія. Почему я не могу? Так права других людей. Ну, слава, дякувати Богу, Мівар віддав гроші, які він мені повинен був, то я йому все пробачаю. Ну, правда, він мені збитків дуже великих задав, тому що мене повстанці чуть на шматки не розірвали. Єлі-єлі викарабкався, так сказати, з цієї ситуації. Зараз відновлююсь, Мівар нехай пересідає за Сунду, і ось тоді я вже полізу в Малайзію. З какого... Молчу. Да, ну говори, мені цікаво, що там. Подождіть, я yes. Мівар полезе в Малайзію. Мівар зараз офіційно розпався, Діма, перестань на заднім фоні стонати. Зараз мене інтересує таке.
Мы серию скоро закончим, естественно. Иван... По этому поводу хочет что-то сказать Лорандикус, так как сейчас речь шла о нем. Лорандикус, да. Тебе речь. Во-первых, я распался окончательно. Во-вторых, меня завассалили Тимуриды. Кто печатает? Какие завассалили? Ты сам согласился. Не так, перебивай. Так смысл-то? Да. Они либо меня сейчас сожрали, либо завассалили. Лорандикус, тут... говори по делу, давай. Ну, просто объясняй свою ситуацию. Объясняй, мы слушаем. Все, объяснил. Я вассал. Хорошо, Немо, твой вопрос. У меня не вопрос. У него возражение. У меня возражение, как всегда. Хорошо, говори свое возражение. Насчет того, что наш уважаемый Лорандикус Мёр хочет перейти за... Кто там, я забыл, за сумму. Понял. Немо, хочет или нет? Возражение мы с тобой со всеми... А я сейчас хочу. Сейчас давайте, давайте можем... Я тоже на что хочу. Я хочу материться в прямом эфире. Нет. Подождите, все, Тилва слово потеряла пока что, потому что она высказала все, что хотела. Все, нет, Тилва, нет, все. Душа сувори. Дальше Тарас. О, наконец-то до меня очередь дошла. А я всего-то 10 минут назад просил. Кнут, у меня к тебе предложение. Смотри, ты же теперь наш американский собрат, скоро хочешь стать нашим братом, да? Ну, сродниться с нашей культурой. Так вот, теперь ты должен уважать правила и требования всех американских братанов. И все. Кнут, а не пошел бы ты в это, слухай, а? Кнут, если они будут тебя ображать, ты позови меня, я этих американских братанів набью, ты зрозумів? Добре, спасибо. Ну, мне спорить, кажется, Килва какая-то агрессивная, излишняя. Стоит учесть ввязывание в чужие дела с... Миваром. И потом подумать, а стоит ли оно того. Можно лучше заниматься с собой, а потом прийти с 200 тысяч. Вить, хватит, я же ему деньги-то выплатил. Я сейчас в долгах, вассал. Ты рассчитывал, что ты не просто выплатишь деньги, что ты еще станешь силой в регионе. Да. Я только хочу напомнить Килве, что я ему заплатил плюс еще 250 золотых. Если я все-таки... Тихо. Если я сяду, все-таки мне разрешат сесть за сунду, ты эти 250 золотых мне передашь, ладно? Без долгов. Но если я не пересяду, то ты можешь составить... Ты кто-то еще хочет высказать? Я могу еще высказать. Я хочу сказать. Саня, тебе речь, потому что ты меньше всего говорил. Да. Меня просто поражает ваша выдержка. Просто вообще на протяжении всей серии я пытался вклиниться, Саня, постепенно, но мне вообще не дают слова. И после этого еще люди говорят, что я слишком много говорю в сериях. А по делу? Слишком много говоришь. Слишком много. Что ты хочешь сказать, Саня? Мы ждем. По делу я... Ну, мы это уже будем обсуждать после серии. А, хорошо. А, Зак, у тебя есть что-то слово? Выкрутил микрофон. Да нет, но меня поражает балаган и поражает, что некоторые личности, вроде взрослые, ведут себя менее адекватно, чем некоторые школьники. А, хорошо, смотрите, какую мы систему вырабатываем. Как только начинается балаган, я ставлю серию на паузу. И вот в таком же формате мы обсуждаем все вопросы, которые касаются игры. Договорились? Договорились. Слушайте, можно мне слово? Влад, только у тебя с микрофоном какой-то ужас происходит, поэтому перестань делать то, что ты делаешь. Я убил его. Хорошо. Предлагаю на этом данную серию закончить и все обсуждения вынести за рамки, а уже зрителя, нашего любимого и дорогого, для которого все это шоу и происходит, мы ознакомимся с этими изменениями в следующей серии.